Друзья, всем привет! Сегодня будем делать простейшую самоделку, актуальность которой как раз-таки раскрывается с наступлением холодов. Она пригодится для гаража, мастерской, на охоте, рыбалке или в походе. Для ее изготовления понадобится железная банка у меня из-под конфет. Можно использовать, например, из-под краски или из-под консервы. Еще понадобится перфолента или проволока, а также бинт или кусок ткани. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Необходимо нанести по кругу, по окружности банки метки и сделать отверстие. Для этого я возьму маркер, малярную ленту, небольшой кусок, и буду проклеивать, чтобы удобнее было. Так, ленту наклеили, и теперь необходимо сделать разметку под будущее отверстие. Чтобы их сделать на равном удалении друг от друга, я буду пользоваться, собственно, перфолентой. Я ее прикладываю вот так вот, и, допустим, вот в таком порядке буду делать. Вот в каждой вот этой точке буду ставить отметку маркером. И вот получаем разметку с равным удалением друг от друга. Так, теперь шилом немного проминаем. А теперь берем сверло на 1,5 мм и делаем отверстие. Готово. Можно убрать ленту. Теперь открываем баночку, и с обратной стороны немного надо наждачной бумагой подобрать заусенцы. Так, теперь задача взять бинт, размотать его побольше. Сантиметров 50. Складываем в четверо. Раз и два. И укладываем внутрь банки. Надо, чтобы бинт или тряпочка прилегала к стенкам банки. А чтобы она оттуда не выскакивала, я возьму эту же перфоленту, сделаю из нее колечко такое, вставляем внутрь банки. Установили туда бинт и спиральку. Я немного капнул туда спирта. Еще немного капнул. И можно тестировать. Для этого поджигаем спирт и ждем, когда прогреются стенки. А после того, как горелка разгорится и стенки нагреются, мы накрываем крышечкой и поджигаем. Друзья, тем временем горелка вышла в рабочее положение. Из всех дырочек идет огонь. Давайте попробуем скипятить немного воды. Есть у меня такой тестовый чайник, специально для костра, весь в саже он. Попробуем его вскипятить. Так, друзья, я немного отошел, а чайник тем временем уже там закипел. И горелка уже закончилась. Там было на донышке, вот сейчас все сухо. Предлагаю попробовать сменить топливо со спирта на что-нибудь еще. Например, попробуем использовать керосин. Можно было попробовать солярки, но у меня есть только керосин, попробуем на нем. Поджигать буду на улице, потому что спирт не так пахнет, а керосин пахнет сильнее. Давайте зальем, проверим, как будет работать. Сейчас покажу на улице. Наливаем немного, пусть пропитывается бинт. Так, идем на улицу тестировать.
Даем разгореться. Как видим, керосин немного коптит. Так, я вижу, он закипел. Можно закрывать. Друзья, как вы видите, горелка работает не только на спирте. Также можно использовать любые другие не легко воспламеняющиеся жидкости. Например, солярка, керосин, какие-то, может быть, white spirit, растворители и прочее, прочее, прочее. Даже попробовать можно на масле. А в комментариях напишите, имеет ли место быть такой самоделки на всякий случай. Да, можно купить готовую горелку, это гораздо лучше, но ситуации бывают разные. Поэтому это лишь один из вариантов изготовления горелки. Вариантов много, можно использовать разные. Те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем удачи и пока-пока!